Так, мы приехали опять через неделю в строящийся сквер авиагородка. И вот наблюдаем такую картину. На той неделе здесь было постелено тартановое покрытие. Ну вот на сегодняшний день оно выглядит уже вот так. Уже народ начал здесь лазить, ноги вытирать. Все грязное. Начали уже ломать турники. Вот турник уже оборвали вниз косой. Брусья тоже не особо закреплены. Скорее всего, это какие-то просчеты в конструкции. Надо было делать проще. Не просто одним болтом стягивать и вторым. А вот видно даже, где она стояла раньше. Вот отметина. Ну, настолько на 10 сантиметров, 12 даже. Спустилась вниз. Надо было просто просверлить болт один под крышкой. И просверлить насквозь и с двумя гайками, чтобы была какая-то опора. Но сейчас брусья у нас стоят на таком уровне, соответственно, на них заниматься не получится. То же самое и с вот этим малым турником. Вот где он был, где он стал. Здесь вообще ноги вытирали. Вот. И с этими брусьями какая-то беда. Но это самое интересное. Вот на таком расстояние не друг от друга, как на них заниматься, непонятно. В общем, какая-то такая не очень устойчивая площадочка. Даже видно, вот здесь что-то подобие скамьи для пресса, но люди по ней просто, видать, катаются. И тоже она сейчас в данный момент завалилась на одну сторону. Ну и, соответственно, очень-очень-очень-очень грязно. Очень грязно. Что украдут, это первое, это украдут кольца или цепочки, потому что они реально снимаются. Что так вот будем дальше смотреть. Сейчас пройдем по парку, посмотрим вообще общее состояние.